Друзья, всем привет, с вами как всегда Александр. И сейчас уже конец октября, последние деньки, 25-е, по-моему, число. И я вот приехал на дачу посмотреть, что у нас здесь как. Ну и выглядит, конечно, все очень некрасиво, все высохло. Заодно посажу лук под зиму, чтобы весной у меня был уже зеленый лучок, как можно раньше. Потому что я рано планирую приехать, наверное, где-то в апреле. Ну, посмотрим, как получится. И заодно укрыть виноград. Молоденький. В прошлую зиму укрывали его. И он хорошо прижился и вырос. Плоды пока еще не дал, конечно. Я думаю, надеюсь, в следующем году уже даст. Поэтому я сейчас его тоже укрою еще раз. Ну а в следующем году уже не получится его укрыть, только корни прикрыть. Потому что он разрастется очень большой. Его уже не смотаешь. Практически все уже высохло. Ну, можно мелисы немножко набрать еще. Ну, в общем, как-то так. Дикий виноград на крыше тоже. Весь осыпался. Остались стебли только. Уже заморозки. До минус 3 бывает, даже до минус 5, по-моему, ночью. И вот виноград, который я собираюсь укрыть. Я уже начал от сетки отцеплять. И буду сматывать в кружок. И укрывать хвойными ветками и спанбондом. Ну, в общем, как-то так у меня получилось. В два слоя обмотал спанбондом и корни прикрыл, пару веточек еловых сорвал. Прям корни получше упаковал и кирпичками прижал, чтобы это все никуда не разлетелось, если вдруг сильная вьюга будет. Ну и теперь ждем весны, посмотрим, как все это дело проживется. Да я думаю, ничего не будет. Если, конечно, морозы не будут, аномальные какие-нибудь, больше 30 градусов и ниже, долго держаться. Тогда я думаю, все в порядке будет с ними. В общем, на этом видео я заканчиваю. Кому оно показалось полезным, ставьте, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии. Всем пока.